не ахти, скрылась правда о состоянии тяжело больного Алибасова. Барри Алибасов всем своим видом дает понять, что с финансами у него более чем хорошо. Однако на самом деле это не так, выяснили репортеры. О финансовом состоянии Барри Алибасова зашептались после того, как он попал в реанимацию, выпив по ошибке средства для прочистки труб. Говорят, продюсер был одной ногой в могиле, что стало поводом обсудить его завещание и многомиллионное наследство. А тут еще Барри Алибасов. Младший ляпнул, будто на истории с отравлением они заработали порядка 26 миллионов. Однако в реальности все гораздо проще. Журналисты сайта «Комсомольская правда» раздобыли справку о доходах шоумена и выяснили, что тот обогатился за счет супруги Лидии Федосеевой Шукшиной. Если до похода в ЗАГС в ноябре 2018 года Алибасов заработал 114 942 рубля в сентябре и 57 471 рубль в октябре, то после пошли иные деньги. 1 725 000 рублей после свадьбы и 1 149 000 в декабре. Одну из этих сумм Алибасов получил за фильм, посвященные их с актрисой бракосочетанию. Также продюсер является одним из учредителей фирмы «Натали», которая организует развлечения. Алибасов реально когда-то давно был очень богатым, но все, что имел, вложил в недвижимость, а теперь боится лишиться ее. Сейчас у него с финансами не ахти, выплывает на пиаре, но это нестабильный источник доходов. Недвижимость есть, а вот живых денег не густо, рассказали репортерам. Внимание на экран. Да. Рядом с такой женщиной, как Лида Шукшина, можно жить вечно. Кстати, ну, по крайней мере, у меня никаких проблем. Помочь. Сколько вас по словам источника, Барри Алибасов зарабатывает участием в разных ток-шоу. Надо же как-то содержать девятикомнатную квартиру в Москве. На самом деле это три квартиры, объединенные в одну. Да и тут все непросто. На продюсера оформлены только две. Как только меня не будет на этом свете, человек, на которого записана часть площади, просто не пустит сюда ни моего сына, ни мою жену. Возможно, ему даже выгодно, чтобы я побыстрее умер, предположил однажды Барри Алибасов. А его подруга Лена Ленина прямо заявила: Алибасов в долгах, вот и устраивает пиар-компании, чтобы заработать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Сенсационный секрет сексуальной мощи 88-летнего Краско. Зачем такой огромный силикон? Россияне распекли вывалившую грудь дочь Крутого. Седокова откровенно о соблазнении Абрамовича. Собирающая со столов объедки Цой умоляет о помощи. Видео. Жена об уходе Якубовича к другой. Я не виню никого. И многое другое.